Дорогие зрители, всем большой привет! Продолжаем рубрику о шампиньонах, то есть что готовить из них. Значит, сегодня у нас будет очень легкое блюдо. Будем делать шампиньоны с гречкой. Здесь у меня почти 1 килограмм шампиньонов. Я их уже заранее помыла, почистила. И где-то примерно грамм 200 гречки. Далее нам понадобится лук и растительное масло. Солим по вкусу и тушим под крышкой. Маленькая голландия, если сюда приехать.